юный электрический. Раз, два, три. 30 осталось. Может, мы тут все фотки будем? Кнопочку. Два. Отходим, отходим, несут, несут. Дверь фоткал. Где? Ну, дверь фоткал, где типа снаружи такая валяется. Бля, кстати, я ж, по-моему, слушай, а я же вот вроде сходил. Вот где лифт, который такой прям с ярко-синей кабиной, в третьем, а... Во втором. В втором, вот. И, короче, я видел, что вот ехали, и двери не было. Да, это там одна дверь уже была у него. Ну, почему я не прокатился? Я, кстати, думал, что это дверь у Эмиза открутили, оказывается, от Эмиза. Зачем вы снимаете это? Вот я же мог... Да-да-да, уже новые будут делать. В таких стесненных условиях, тут вот этот маленький лифт, вот новый, тоже маленький. Современнее, да, значит? Ну, да-да-да. Удачи. Спасибо. Ты же, конечно, не будешь видео снимать. Я переобулся. Кстати, ты что, вы рукой? А в чём вы ушли? А что вы ушли-то? Наверх хотите глянуть? Пойдемте. Погоди, ВП-шечка, ВП-шечка. ВП-30. Короче, если что, ребят, это... О, смотрите. Чё? Электрический стул к проводу подключен. А, на прошлом этаже тоже стоял. Электрический стул. Здесь на пожилому человеку просим не брать. Вообще прикольно. Вообще... Такой пожилой человек сел, такой... Опа, заядно. Что, блядь? Да нет, в таком подъезде не грех посидеть в атмосферном, посидеть, посмотреть на этот распашник, подумать о жизни. Здесь крыша на каждом этаже, это сжечники постоянно. Очень приятно. Кстати, на предыдущем этаже есть такое... Вообще реально, потише, потише говорите. А то жильцы возмущаться будут. А ты сам-то будешь снимать эту ночь? Походку есть. Что тут снимать? Да, здесь, кстати, двери они перекрасили. О, машинка открыта! Смотрите, машинка открыта. Чё, сейчас машинку будем попроситься или чё? Машинка открыта! Давайте лучше уйдем. О, кстати, слышь, покажи в камеру, покажи в камеру. Сейчас она покажет. Где наша? Я думаю, лучше... Давайте машинку сделаем. Давайте шёпотом, короче. Да, всё, тихо, тихо. Подсвети, пожалуйста, подсвети. Да, стой, дай шоу. С пышкой прям. Сейчас. Давай. Сейчас тоже. Привет. Вообще хорошо, что сделал такие таблички. Хоть какая-то от тебя польза есть. А вы тоже лазите в машинку? Как машинку есть? Давайте лучше у Эмиза попробуем. У него поинтереснее, думаю, будет. На 8-то этажей. Ну-ка, стоп. Так. Это у нас третий палик. Если что, был... Кстати, о, Лёха, чё ты там стоишь? Ты в этот хочешь попасть? Мы в этом были. Кто были? А. Пойдёмте во второй. Чё во втором? Ну-ка. А, створки. По ним, кстати, можно понять, наверное, какие они будут по форме.
Я не знаю, это похоже? Это на телескоп похоже? Да, кстати. Здесь нет вот этих вот штук, да, это. Это направляющий, наверное. Че, где, по-твоему, привод? Да, вот он. Это не привод, это просто ролики. Ну, да. Ну, на чем привод, сам мотор, ну, да, на лифте, на кабине будет. Черный клеммер. А нет. А вот если бы он работал, мы, возможно, бы здесь ром поднялись. Да, действительно. Нереально. Он бы сдох от таких перегрузок. Ну, отключили, все. Более 3 человек. 3 людей. А додрали бесценную табличку советскую, как посмели. О, еще створочки. Еще направляющие с роликами. Здесь типа раньше всего замена. О, вот это да. То хуже, вот здесь вот в этом плате начался раньше всего замена? В первых двух одновременно. А. Вот я когда заходил, я когда в прошлый раз был, вот вчера, были первый и второй открыты. Ебать, идеальные выпадки. Тут белые, кстати, надо их потыкать. Давай, ну-ка. Тихо, СМР. Красота. Главное, потише себя ведите, а то нам жильцы понатыкают в одно место потом. Пиков точеных. А где этажник, кстати? Я что-то не вижу. Этажник, он вроде сзади или сбоку где-то. Не знаю точно. Потому что у дверей вроде именно датчик точной остановки у ручки. А зачем ты шорт снимаешь, Кирилл? Я не шорт, я в свой ТГ-шку. А. Блин, что сейчас такой кадр? 30 FPS! Как жить? А у меня 60, все плавненько. Я скоро уеду на сумму. Да, но только там нет 60 кадров на 30 FPS, если что. Ну и ладно. Смотрите, проводка как в Азии. Отправить это Вондуру, Тимуру, он оценит. И реально, у них в Азии там тоже проводов 100-500 понатыкано, только прямо на улице. Еще по-божески. Пойдемте в первый падик попробуем. В первом-то мы не смогли 20. Да, в первом ВП-20 потыкать. Но я, кстати, уже потыкал вчера, так что мне уже ладно. Летом снимал я несколько раз на последнем этаже. Не, ну падик здесь, конечно, очень атмосферный. Тут стоит, не открывай. 30-е годы, сталинские репрессии. Просто эксклюзивно. А, так... Ну тут-то, так, кстати, уже... Это уже второй пад. Подержите дверь, а уже не подержите. Здравствуйте, господа. Ярик, ты, кстати, это... Вот. В чем ты куртку свою вымазал? Слушай, почему вы не залезли? Тут же открыто это. Почему? А, ну, а все же открыто. Вот а машинка где? А машинка, не знаю, какой-то чертак сраный. А где машинка тогда? Не, без машинки неинтересно. Фиг бы с вами. Ну, есть машинка, там открыто. Все, к нам идут. Давайте сейчас будут пизды давать. Ой, где? Дом художников. Да, это дом художников, и здесь большой распашник. Да. Здесь тоже Эмис, большой. Люто пропустили 21-го. Это, кстати, очень круто было, да. У меня, кстати, 13 тысяч просмотров там, неплохо. Ты вообще здесь тут вот так. Вот это легендарный падик. Здесь самое крутое видео. И кстати. Крутых лифтов. Сейчас, погодите. В общем. Вот этот телефон, в общем, если кто знает, это Samsung A30s. Чё вы орёте, боже? Короче, это Samsung A30s, на который я снимал здесь вообще самое свое популярное видео на канале. Кто смотрел мой канал уже давно. Вот это тот самый Samsung A30s. Вот он, Samsung Galaxy A30s. На него было снято вот здесь, в этом пазике. Эмис я снимал, уже там почти 700 тысяч просмотров. И, собственно, в этом доме тоже распашник снимал. Поэтому легендарный телефончик, я его даже с собой сегодня взял на этот легендарный адрес. И да, опять же, если какое-то мне уведомление вдруг резко придет во время видео, извините, мне было лень включать режим, этот авиарежим, все. О, дырка в коробке. Где старнё открывает, а мои не открывают. Так это где-то в третьем или в четвертом. И вообще там я с Киэнтером ходил, я ошибся. У меня Киэнтер, слышь, ключ Ласкомекс открыл Ласкомекс в четвертом падике. Ласкомекс ключ открыл. Из этой, из... Он один, я попробую. Дайте я тоже попробую. Короче, на связке Key-Enter здесь это работает Ласкомекс ключ. Дайте я попробую N1 свой. Ключи. Так, N1.
Ничего, все равно. Нет, вообще не работает. No reaction. Ну стоп, подождите. У вас все одинаковые. Визит, просто нет реакции. Я забыл старый конфликт. Второй ОМ. Нет. Да подождите вы, господи, по очереди. Грустно. А вот легендарный ключ лоска Мэкс, если ты помнишь, батарея. Да, Ярик? Да. С этой связки Киэнтер, вот он открывал четвертый падик. Как, блядь, если... А Старню не открывает. Равно ОН1. Ну, а здесь ОН1 просто нет реакции домофона на него. Типичная лифтовая математика. Лоска Мэкс равно ОН1 минус ОН2 умножить на корень из... Логарифма. Нет, корень из логарифма не... А, бывает. Же, ну вот все, да. Сложная математика должна нет, быть. Бывает, нет, логарифм из числа под корнем. Нет, все понятно. Это не логарифм из числа под корнем КМЗ-58. Блять, раньше обычным визитом открывался. Так у меня он это урезал, походу, вычистили. Так, что дальше, какие действия? Все-таки попробовать попасть к Эмизу? Да. В первый падик? Ну пойдемте ждать. Ну да. Стоп. Я сейчас... Я сейчас попробую свои УМки. Погодите, УМки пробую. А, точно. Не, не работает. А у тебя есть мифейр? О, у него реально он есть. Ну-ка давай. Ну, у тебя вообще связка так связана. Так мифейр не работает все равно. Здесь фильтр, походу, жесткий какой-то, даже нет реакции. Никогда не работает, ни у кого. Кстати, мифейр нужен. Ты разберешься, у них там то защищенное, то незащищенное, то каких-то еще форматов. Ты согласен, что мифейр хурня? Блять, хорошая хуйня, как бродовец ключей вообще, блядь. Вы посмотрите на руки Ильи, посмотрите на его руки. Да, да. Что у него, блядь, за... Это потому что холодно, все, мне надо срочно в тепло. Кожа разлагается на руках. Либо какой-то анимешка чел, либо он какой-то ультра замкнутый, или даже такого... Либо, блин, ой, какого... Обсуждаем людей за спиной. Сплетни. Алексей! Блядь, дайте к нам, идите, чё, Че с ума сошли, Ярослав. А ладно, хорошо, извиняюсь, я просто это сейчас вызову. Все, это как говорится... Так, наблюдаю, Няшек с Несняшек, вот там вот Леха и Срек. Где б, когда совместно? О нет, у него сломалась операционная система от таких вопросов. Скорая допомога. По секрету скажу, зачем тебе вспышка на улице, мистер? Буду, но сразу говорю, сразу она у тебя работала сейчас только что. Потому что здесь он вам. Здесь Панкратов нам не рад, смотрите. Вообще! Не рад! Ну ладно. Радка рад? Ой. Кто-то упал сейчас. Мистер, дайте интервью. Он не хочет давать интервью, смотрите, уходит. Я играю в Субтранзит. Субтранзит, боже, легенда. А мы ему рады, как будто. Зачем? Где они? Они в четвертом подъезде, алло, ты что? А зачем они? У Глеба, наверное. Нет, у него 22 рука. А, ничего себе. Вот это да, типа крутой. А самый отстойный Сосунг вот у него, у Кирилла. Да, да. А он скоро будет покупать тот самый легендарный отрестес. Кстати, я сейчас тебе... Говно. Вот ты сейчас посмотри сам, вот, блядь, чуть проездной не выпал. На, вот тебе Сосунг, смотри. Но мы его потом протестим. Да посмотри сам сейчас протестим. Камеру там проверь, прям сейчас. Ты че это? Опа. Поехали. А, ты прям сейчас решил Субтранзит поиграть? Неплохо. Я, кстати, на 2-2-2 еду. ОН-2. Чем они занимаются? Ну куда вообще? Чё ты отворачиваешься, я тебя уже заснял. Уже нет смысла. Боязнь камеры. Здравствуйте, товарищи замкнутые. Чё вы от нас ушли, а? Заходите в табор. Табор цыганский пришел пиздить, раз вызывники. Что-то типа надежды бы нет, да? Сыграй обратно. Вспыха не включается на бум. Ой, все, какой капец. Короче, ладно, потом я карман положу. А вот я могу снимать на морозе сколько угодно, ведь у меня же не Сосун, который вырубается. Что? А я наелся на вот это One UI. UI 6.0, знаешь, чего? Че? О. Так, рубашки остались? Тут прям написано «вызов на ней». Подожди. Какая крутая. Нет, никто не взял, прикинь. Я Кирилла просил, но у него склероз, и он забыл. Очень волнуйся, что просил инструменты взять. О, шахта.
А помнишь, как мы ее открывали? Нет, не помню. С Владом. А деденьки дойдут или нет? Деньги? Деденьки, да. Чуть так деньги. Ой, а здесь нет машинки. А как они менять собрались? Здесь машинки нет. Ну ладно, ребят, короче, буду же заканчивать видос, а то зарядка все-таки нужна. Тут нет ее, алло. Лифт на божьей силе? На божьей силе, что ли, есть? Машинок нет. Это ты все виноват в этом высказывании. Что, на божьей силе, что ли? Шок, цыганский лифт без машинника. Как там говорю, на державной зрады, да? Нет, державная зрада, это государственная измена переводится, если что. Ну похуй. Ой, я извиняюсь, я на видео это говорю, да мне насрать на самом деле. Я просто не культурный. Согласен. Вообще хуй. Это похоже на какое-то произношение китайского иероглифа. Чинчан, чинчан. Шитинь, ха. Ничего себе, тут это арт. Это какая-то сова? Лицо такое, глаза такие. Я тут работник просил ВП-шку отдать, или они далеко метическое автоматическое? А они такие, пошел ты нахуй! Нет, давайте просим, чё? Так, ну пошли, они там все на улице, если чё, а чё-то наверх-то идёт. Я не знаю, мне завершать видео или нет, оно уже 16 минут идёт. Они же один сняли уже, пошёл на улице, сейчас резня начнётся. О, здравствуйте, мистер. Что такое? А, инфа, точно. Петровско-Разумовская аллея. Где здесь? Вот, начало, окончание. Так, стоп. Кстати, начало это 15 января. Это, походу, когда коробки привезли. От России фильма. Мы здесь с Мишей снимали 16-го. Еще не отключили ничего. Что, с этим 16-го? Да. Ты серьезно? Мы здесь 16-го были. 16-го. А я 7... Ой, какого 17-го? Вчера. Кстати, 5 марта, смотрите, окончание. Я, короче, в дань памяти поменяю аватарку на своем канале на Распашник. 1 марта. Ты что, не смей? Ты что? Ты что, Распашник на аватарке круче, чем КМЗ-80? Превращаешься в какую-то аналитичную. О, кстати, этот механический типа замок. Видели записку в кабине? Чего? А? Записку в кабине видели? А вы повесили опять эту штуку, табличку, что ли, или что? Нет, вы видели? Нет, а что такое? Прочитайте. Пошли глянем. О. Там, слышь, там рабочий на нас смотрит, и что-то лыбится как-то странно. Они что, хотят нас это, того? Включи вспышку. Включаю. А, вон она. Вон на стене. Включи, я подсниму. У меня зрение хуёвое, я ничего не вижу. Я подсниму. Три вспышки. Так, блядь, расфокус. Там что-то... Что они там написали-то? Ну да. Да, там какую-то записку повесили, что там? Где? А, лифт КМЗ-58. Во, смотри, Петровско-Разумовская. Что они написали? Да мы в курсе. Подожди, да. Как заснять-то, ё-моё? Кто-нибудь может подсветить нормально? О, сфокусируйся во. На, не на решётке. Всё, там видно будет. А, во, я же могу фонариком подсветить свою. Пока расфокус ловит. Фонариком. Ну ты понял, о чем я, да? Да. Да блин, а сейчас. Нихуя себе фонарик. Длинный фонарик, знаешь, большой. Ладно, фонарик. Никто не подсветил. Но я это заснял, я хорошо. Да я не успел сфокусироваться, пока эта полка, блин, сфокусируется. Сто лет. Вообще говно. Сфоткайте на обычную фотку кто-нибудь, короче, вот из вас. Я тоже. Потом скинете. Короче, нам нужен первый падик с Эмизом. Пойдем все-таки. Кто написал? Они написали, типа, что в дань уважения к МЗ-58, но это не они писали, это кто-то другой. А может этот Сосонов, блядь, вот этот вот? Ты что, башкой ударился? Хорош. Макс Лифтер. Да, там же было написано. Давайте, короче, в первый па это туда. Боже мой. Да ну. Я познавательник, я раньше лифтами тоже. О, здорово. Всем привет, у нас тут сходка. Сколько нас? Давайте считаем. Раз, 2, 3, 4. 11? Я вот этих вот кучных просил взять инструменты, никто не взял. Все есть, давайте еще инструменты. Круто. С механиками кто-нибудь, самое главное, договорился? Да. Короче, у нас тут еще тут есть в первом подъезде. Кстати, ты это хоть знаешь, как код, как туда попасть? А то мы стояли. Открыть чердак. Да, там можно, наверное, в машинку попасть. Ну, лучше не надо еще. Почему? Надо лучше договориться. Ну, вот мы и говорим, надо договориться, может. Я уже залез. Вот, смотри. Вот такой чердак. Но он машинку не нашел. Где машинка? Да. Ага.
Сраными фейер, маршал, боже. Нижняя машинка? А тут, кстати, наготове, там его слезики осталось. Да. И у меня, к сожалению, ножницы сломались аж. Там такие толстые провода. Вот. Поэтому так, сколько у меня зарядки-то вот уже? 68, капец, он высаживается, когда я заряжу это. У меня 21, вот. Кто скрутит в него звоник, получит 300 рублей. Я требую 300 долларов. Если все равно механика или нет этих, блядь. Короче, я опять ставлю на паузу, потому что надо попасть в первый падик. Вроде насрать, но вроде нет. Давайте я хочу вас попросить. Тут, к сожалению, всяких запчастей очень мало. И, пожалуйста, спорным образом, пожалуйста. Давайте договоримся. Вот эти не смогут. Давайте договоримся. Я трываю и образы свечи. Подожди, помолчи, пожалуйста. К сожалению, тут ВП-20, 8 штук, и они очень крепко присобачены. Я лишь один вызовник смог. Только еле. Остальные только... Да. Только один. Да. Вот знаете, вот вызывник — это такая тема, что он как бы всем нужен, но потом ты его куда-то кладешь на полку и забываешь о нем. Серьезно. Он у тебя вроде есть, но он тебе не нужен. Ты же его не будешь использовать? У меня 2 года лежит приказник Мэл. Я его пару раз трогаю в месяц, и все. У меня 2. У меня залипайка и ВП-711. У меня продаж за 200 тысяч рублей. Вот. ВП-20 за 100 тысяч у Михаила, а... Распашная ВП-20. А у тебя коны за 200 тысяч. Вот так вот. Вот так вот раскошелись на лифтовые, на лифтовую коллекцию. Вот. Да. Смешной вопрос. Координаты. Я не успел показать вот эту фигуру. Да пофигу. Ну ладно. Здравствуйте, это монтажник лифтов. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Да, здесь типа, понимаете, ни ключей, ничего вообще нет, что он в квартиру звонит. Это вообще, конечно, жесткий маршал понаставили. А как тогда сами жильцы заходят? Хороший вопрос. Вот, ВП-20. Собственно, Эмис. Пожалуйста, все не толпимся, не толпимся, надо съемку сделать. Эмис 59-го года, я правильно понимаю? Скорее всего. Но я написал в Ютубе 50-60. Тот самый легендарный лифт легендарного видоса. И опять провода по потолку. Где Азия? Смотри, опять Азия. Не надо. Это что? Что? Это палка. А почему не моя? Очень, конечно, жалко, но он был заслуженно прослужил верой и правдой. 58. Да. Стоп. Я понимаю, что все очень хотите. Кто вспышку включил? Себе на память взять, но вот видите, как крепко держится. Да. И тут, если взять, то Максим крышку можно. Механик. Точнее, саму вот эту, да. Саму останется внутри, это надо с другой стороны. Там надо кувалдой специально обивать. Это только монтажник. С монтажником я постараюсь договориться. Миш, я извиняюсь, перед со мной. Я постараюсь сделать. Тут объявление великого лифтовика. Вряд ли достанется. Тут, к сожалению, 8 этажей всего. Так что, может, какие-то монтажники хотят хотя бы 1-2 экземпляра себе оставить, потому что мало ли, в музее еще всякое может быть. Ага, так что, металл. Имеете? Ну, да. Ой, я на паузу поставил. Все вряд ли отдадут, если, конечно, согласятся. Но очень хочется надеяться. Я извиняюсь. Давайте... Давайте перезапишем заново, типа, чтобы это... Стоп! Ребят, извините, Миша, давайте заново перезапишем, снимем, только все помолчают, вы что-то все разговаривали, я тоже, все, давайте перезапишем. У меня уже видео 25 минут, камон. Так что тихо всем, тихо. Ребятки, ну что, мы находимся на Петровско-Разумовской аллее, дом 2, в первом подъезде. Да, похоже, это прямым текстом, дом 2. Смотрите, что... Лифт уже не работает. Можем понять. Но очень хорошо, что лифт прослужил верой и правдой целых 58 лет. Там монтажники сейчас работают, заменяют лифт. Очень бы, я понимаю, вы все хотите, что запчасти все остались, вот кнопки вот эти вот. Но они очень крепко тут держатся. Их просто нереально снять только кувалдой. По стенкам бить это только монтажники будут делать. Поэтому я постараюсь с ними договориться.
Или если, конечно, еще захотят они отдавать, потому что даже если согласятся, наверняка они экземпляров пару, один-две штуки захотят себе оставить. Может, для музея там все-таки это раритет уже тот еще. Это последний лифт на данный момент в жилом доме. С этого года только в административных зданиях можно такие встретить. А еще 10 лет назад можно часто встретить вот такие вот легендарные распашники. Да. Я очень рад. И мы вы все рады, я думаю, что он дожил до этих лет. Его ведь могли списать еще в 2018 году, как изначально планировали. Я фонд капитального ремонта задавал вопрос, на что получил ответ, что собственник дома выступил против замены. Ну и очень хорошо. Уважуха его за такое. Потому что не хотят, чтобы вот эти лобучие лифты переводили людей, новые, современные. Их, к сожалению, делают некачественно, ну, большинство механиков. Ну, есть, конечно, которые делают как следует. Не только это еще от механиков зависит, а как изготовили на заводе. Бывает, что механики в этом тоже ни при чем, и не стоит в этом винить механиков. Потому что они тоже могут как следует выполнить свою работу, но лифт при этом будет неисправен. Но хочется надеяться, что будут лифты очень надежные, будут хорошо работать, да, хоть и новые, но все же, надеюсь, что их делают как следует. А то, чтобы не получилось так, что ни одной жалобы на портале «Наш город Москва» не поступало ни разу на жалобу лифта. А сейчас новые поставят, могут... Жалоба за жалобой, как это обычно бывает. Но очень надеюсь, что в том же духе ни единой жалобы не будет. В зависимости от того, какой качество бренд заказали и как их делают. Все будет зависеть от этого. Ну вот сейчас остается что? Договориться с монтажниками и... Надо по одному экземпляру как можно большим желающим раздать. Конечно, к сожалению, тут всего 8 этажей. На всех, к сожалению, не хватит. Ну, ВП-31 ВП-30 в соседних подъездах можно в качестве компенсации, если вдруг кому-то не достанется, а кто очень хочет. Конечно, жалко, что тут всего 8 этажей, но... Это уж лучше, могло быть и меньше, могло быть и 6, как в тех предыдущих. Так что, я думаю, всем самым желающим все достанется, и надеюсь, что будут все довольны. Сделаем все возможное. Самое главное, без драки, без всякой дерготни, без суеты, как это обычно бывает, там, в комментариях, этому, ай, мне не досталось. Вот, пожалуйста, чтобы... Все главное мирно было. Но я вижу, что вы все мирные, ребята. Знаю, есть, конечно, такие, которые не настолько мирные, есть даже, которые любят очень агрессию немножко выплеснуть, чародеи этих. Но здесь вас вряд ли найдешь. Так что будем надеяться, что ничего такого не будет. Все и решим мирно. Все будут довольны и счастливы. Спасибо. Хорош, просто крутая вещь. Это будут смотреть больше, чем обращение Путина на Новый год, я отвечаю. Это прямо сегодня в YouTube выложу. Я тоже, но только у меня прямо в самом конце это видоса будет, поэтому хрен его знает, кто до конца досмотрит. У меня будет БКМ. Я думаю, тоже отказался. Хорош. А кстати, можно же еще скрутить в ВП-31. Пойдем пока наверх. Учитывая, что до 20 года. Пойдемте наверх посмотрим, пока они тут болтают. Пойдемте посмотрим, что там наверху. Понимаешь, какой это реально? Подожди, стой! Стой, за заварь! Нет, я не про то, что заварили, а ты видишь, что с ВП-20? Ты смотри, что с ней. Она почти снята полностью. Да. Тихо. Может, она подключена? Провода здесь. Подожди, стой. Давайте отключим. Я где-то вырублю. Да я знаю, просто я такой. Почти это откручено.
Видишь? Только провода перерезать. Так, аккуратненько пока, пускай. Это попросить, от сети отключить. Скорее всего, ключ уже от сети. Вот, все, тихо. Надо. Миша же это сказал, что... Миша же его, да, Самсонов? Договоримся, да. Он сказал, что договорится, да, все. Если еще, я выкуплю себе точно. Я даже... Я готов косарь предложить, понимаешь? Да какой косарь? Больше, я на денег много. У меня тоже денег много. Так, здесь что у нас? Нет, здесь еще в стене. Занято. Блин, это такая реально крутая кнопочка. Прям знаешь, как вот лютые СССР вот эти вот надписи, это вообще... И табличка. Табличка. Да, стойте, что-то мне... Собери. Стой, дай землю советский. Сейчас, следующий там, дай землю советский. Советский гражданин? Сейчас, дай землю. О. Казать, что это... Сейчас, стой. Это реально, понимаешь, просто две квартиры, а вместо третьей двери в квартиру лифт. Кто-то живет в лифте, знаешь, на... Это типичный лифтовик какой-нибудь живет в лифте. На Авито арендовать чисто. Так, смотри, тихо, снимай, смотри. Реакция. Так, давай. В избежании падения в шахту не открывайте дверь лифта, пока не убедитесь, что кабина перед вами. Ну как-то найти салфетку. Что-то все до сих пор на первом этаже? А я хочу на восьмом посмотреть, что там. О, здесь другая табличка. Что? Не открывайте дверь лифта, тихо, пока не видите. Вы слышите там снизу какие-то звуки? Так, это может привести к падению в шахту. Кстати, здесь... Упал в шахту лифта. О, ну здесь... Подожди, а почему вот эти вот кабины не на первом, что ли? Да. Пойдем проверим кабину. Едет! Едет! Вниз едет! Вниз едет, вниз едет, вниз едет, вниз едет, вниз лифт едет. Круто, смотрите. Да-да-да, реально. Давай что-нибудь попросим. Прокатить нас на крышу. Не, на крыше это небезопасно, хотя бы в кабине. Пошли. Я, правда, хотел до восьмого этажа сейчас дойти заснять. Потише спускайтесь. Кстати, пульта же ревизии здесь не было изначально, да? О, Sony Xperia. Я. Я хочу. Тут за провод дергать. Давайте, стоп. Думаю, но душой лучше. Ну да. Много творения. Давайте вот механикам все-таки. Слышь, может все-таки пойти в Леночку? Слышь, открывай дверь! Я наверх пойду на восьмой.
Ну что, неплохие. Надо. Дырень. Ты там закрыл, что у меня кошелек? Че? Миша, мне тут... Миша постарался. Что надо открывать со собакой? А, тут мешает. Ладно, сейчас. Ну все, заглючила, сумка залагала. Лифтовая сумка. Лифтовая сумка, да. Макс, вот он, короче. Вот это... У нее, конечно, желтая субстанция. Там, походу, новая жизнь зародилась на этой кнопке. Короче, ребят, получилось вот такое вот длинное очень видео. Полный обзор всех подъездов в процессе замены легендарных распашников, ребятки. Кто-то смотрел до конца, тому отдельное огромное спасибо. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Переходите по ссылочке в мой телеграм-канал и на него тоже подписывайтесь. И ставьте обязательно лайк. Что ж, ребят, а это была сходка лифтовая на Петровско-Разумовской аллее 2. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.